Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, имя, фамилия, название команды. Александр Мердикин, ГЕТ. Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний результат, сегодняшнюю игру вашей команды. Игра была достаточно равная, пропустили один такой нелепый гол, и тем не менее опять не смогли забить. Поэтому, к сожалению, мы проиграли эту игру. Второе поражение подряд как-нибудь повлияет на ваше психологическое состояние, или вы спокойно относитесь к таким поражениям и будете готовиться дальше? Слушайте, мы уже проиграли 5 игр, поэтому второе подряд не так страшно.